Этот военно-транспортный самолет концерна Airbus привлек особое внимание посетителей авиасалона Фарнборо. Но за несколько лет с момента производства было продано не так много экземпляров. Большей популярностью на выставке пользуются пассажирские самолеты. Airbus представил здесь самый большой пассажирский авиалайнер в мире – А380 и новый самолет А350. Концерн Boeing показал новое поколение Boeing 787 Dreamliner. Его конкурент – А330neo. Выпуск новой версии аэробуса А330 стал самой большой неожиданностью для конкурента. Возобновление производства самолета, выпуск которого прекратили в 2004 году, интересный ход. В первый день международного авиасалона компания Airbus получила заказы на общую сумму 21 миллиард долларов. Она обогнала своего главного конкурента Boeing почти в три раза.